В преддверии новогодних праздников и каникул сотрудники ОМВД России по Амурскому району подарили самую настоящую сказку с сюрпризами и подарками детям из социального приюта. Более подробно смотрите в следующем материале. От самых маленьких детей до взрослых все любят Новый год, веселые зимние игры и сказочные истории. В канун Нового года все зимние сказки кажутся еще более волшебными. Ежегодно в Хабаровском крае проходит новогоднее мероприятие «Полицейский Дед Мороз». Сотрудниками ОМВД России по Амурскому району было подготовлено праздничное мероприятие, которое прошло в самом управлении для детей, оказавшихся в социально опасном положении, а именно тех, кто находится в социальном приюте. Ежегодно социальный приют принимал в гостях у себя сотрудников полиции. В этом году мы организовали праздничную театрализованную елку в ОМВД. Нас посетят дети, которые уже на протяжении более 2 месяцев находятся в социальном приюте. Таких детей, к сожалению, у нас по России много, но именно для наших деток организовано данное мероприятие. Для детей подготовлены сладкие подарки и праздничное настроение. 14 детей в новогодних костюмах со счастливыми улыбками пришли в отделение повеселиться, зажечь огни на настоящей новогодней елке, а также, пройдя испытания, найти главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочку, а также пропавшие подарки. Пройдя все испытания и найдя героев, деткам пришлось обратиться за помощью к главному полицейскому Амурского района, чтобы он помог им найти утерянные подарки. Дорогие дети, мне тут поступила информация, что у вас пропали подарки. Да. Да? Так вот пришлось весь личный состав поднять, чтобы найти вам подарки. Поэтому я вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам всего самого лучшего, счастья, здоровья. Чтобы были все такие прекрасные и красивые. Да. С праздником вас! Для многих взрослых Новый год – это всегда ожидание чего-то нового в новом году. Для детей же Новый год – это не только ожидание нового, но это всегда ожидание чуда и волшебства. Дети верят, что чудеса происходят. И каждый год надеются, что эти чудеса произойдут и под Новый год.